Marie? Marie? Je suis ravi que vous avez accepté. Я рад, что вы согласились. Просто вы использовали женское любопытство. И все-таки, я надеюсь, вам у меня понравится. У вас? Да, у меня. Это шутка? Вовсе нет. Прошу вас, Мари, считайте, что вы приехали на пикник. В лагере для военнопленных? Поверьте, я знаю, что делаю. Это будет весьма полезная экскурсия. Вы с ума сошли. Мы возвращаемся. Сейчас же. Извините, Мари, но я приготовил небольшой сюрприз для вас и для месье Ренье. Обещаю, вам понравится. Прошу вас, Мари. Так получилось, что я сам побывал в русском плену. Всего несколько часов, но это стоило мне военной карьеры. Пришлось стать комендантом этого лагеря. Павлис, мой адъютант. Служба здесь ужасно скучная, Мари. Прошу вас. Месье? Поэтому иногда я устраиваю соревнования по стрельбе. Среди заключенных попадаются отличные стрелки. Сейчас как раз пришла партия новобранцев. И вы соревнуетесь с этими несчастными? Почему нет? Стрельба – отличный спорт. А спортивные занятия в лагерях предписаны самим фюрером. Хотите попробовать? Прошу. Все очень просто. Вот. Так. Прекрасно. Держите. Павлис. Шампанского для гостей и дамы. Что с вами? Увидели знакомого? Нет, что вы. Просто она такая тяжелая. Я испугалась, вдруг она выстрелит. Ну и что? Одним большевиком будет меньше. Павлис! Ко мне! Приведите вон того. Слушаюсь. Это опасный субъект, Мари. Он со своей сообщницей убил немецкого офицера. Ей удалось скрыться, а вот ему не повезло. Оказался у меня в лагере. Посмотрим, чего он стоит. Стреляй! Шис! Слишком высоко берет. Я дам тебе еще один шанс.
Стреляй! Похоже, он умеет стрелять только в спину. Мсье, вы же обещали. Так это же тот офицер со станции. Наш старый знакомый. Это мой сюрприз. Я же говорил, Мари, вам понравится. Напоминает бои гладиаторов. Вашу честь. Вы можете это остановить, генерал? Боюсь, нет. Венгер – офицер СС. Паврис! Он хозяин этой территории и волен распоряжаться жизнями этих несчастных по своему усмотрению. Нет. Вон того, рядом. Давай сюда. Господи, я не понимаю, как он здесь оказался. Начнем. Стреляй. Стреляй. Неплохо. Стреляй. Стреляй. Ветер, ветер. Господин комендант, разрешите продолжить вместо него. Позвольте ему выстрелить вместо него. Он так уверен в себе. Ну что же, я не против. Яр комендант, я вас очень прошу, в качестве приза, ну если мне, конечно, повезет, оставить живых моего товарища. Что он говорит? Он просит сохранить жизнь своему другу. Очень прошу, пожалуйста. Это против правил, но справедливо. Прошу вас, Дитрих. Хорошо. Я не могу отказать вам, Мари. Спасибо. Спасибо. С удовольствием. Давай. Отличный выстрел. Неплохо.
Только для вас. Стреляй. Вы проиграли, Дитрих? Еще нет. Павлис. Отнесите мишени наверх. Дайте мою винтовку. Но это нечестно, Дитрих. Мари. Извините, но правила здесь устанавливаю я. Стреляй. Стреляй. Ничья. Павлис. Принесите еще шампанского. Мы продолжим. Довольно, Дитрих. Право, вы уже уморили гостей. Я обещал Мари пикник в своем поместье. Увести их. Мы продолжим ровно через неделю. До свидания. Господи, он совершенно безумен. Он убьет их. Мы должны что-то сделать. У меня есть друзья в сопротивлении. Они помогут. Господин комендант попросил меня позаботиться о вашем здоровье, чтобы через неделю вы смогли продолжить соревнования по стрельбе. Так что эти процедуры вам будут предписаны каждый день. Чуть не сломали мне руку. Держись, друг. Это он приказал, чтобы тебя избивали. Эй, ты! Не помогать ему. Кому я сказал? Смотри, Вальтер. Кажется, наш юг наконец решил стать мужчиной. Бьюсь об заклад. Нам придется еще отпаивать его микстурой для слабонервных. Пойдем. Ты молодец. Кто это? Это Мари. Они охрану подкупили, я уверен. Пошли. Пошли. Заело. Держи. Балахов! Балахов!
Ты как? Больше не могу. Значит, хочешь вернуться назад? Я вернулся только ради того, чтобы посмотреть на лицо Паулюса, который будет докладывать коменданту, что мы сбежали. Собаки. Живо, марш! Прочесать местность. Они не должны уйти. Они должны быть где-то здесь. Им некуда деться. Собаки потеряли след. Скорее всего, они пошли вниз по воде. Ты и ты. Туда. Кандалы открыты ключом. Значит, им помогли. Впрочем, это не важно. Сколько прошло часов? 3, 4. Куда они могли скрыться? Мы обыскали всю округу. Собаки не могут взять след. Очевидно, они хорошо знают эти горы. Не говорите глупостей, Павлис. Откуда им знать эти горы? Расширить зону поиска. Выставить посты на каждой тропе. Понятно? Слушаюсь. И все-таки я хочу знать, кто им помог. Может, это был ты? Очень кстати оказался рядом. Отдал врагу свое оружие. Клянусь, я здесь ни при чем. Ищите их. Здесь тоже пост. Похоже, они все перекрыли. Я пошел. Только не стреляй. На, wie ist das Essen? Стреляй! Стреляй! Через него Мария передала ключ. Не стреляйте. Мари просила вам передать. Май 37-го. Она так сказала. Май 37-го. Она будет ждать вас на мосту. Май 37-го. Чё май 37-го? Здесь недалеко есть одно место. Мы там с Мари провели несколько дней. Он варум Макс туда? Почему ты помогаешь нам? Его невеста, еврейка-фашисты, расстреляли в лагере. Ну, понятно. Зачем? Пытаюсь оставить его в живых. Пошли! Пошли! Андре, скорее сюда. Алле. Андре. Je suis content de te voir, Marie. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. О, Мари.
Мой дорогой, мой дорогой. Давай, садись быстрее. Быстро. Теперь ты мой брат. А вы? Вы мой жених, коммерсант из Нант. Че, буржуй-то? Мне кажется, вам следует больше молчать. Судя по всему, один из них ранен. Они не могли далеко уйти. Так ты не видел, куда они пошли? От удара я потерял сознание. Когда очнулся, их уже не было. Ты же мог выстрелить, не так ли? Они напали сзади, господин штурмфюрер, и ударили меня по голове. Бедный мальчик. А мне кажется, тебя ударили спереди. Вот так. Почему ты не выстрелил? У тебя ведь была такая возможность. У них было ружье. Я боялся, что они меня убьют. Значит, ты спасал свою жизнь и пренебрег долгом. Осмелюсь доложить, господин комендант. Рядовой Юб Пулавский в жизни не ударил ни одного пленного. Ребята даже посмеивались над ним. А вчера Юб вдруг первый раз избил одного из них. Одного из тех русских, которые потом сбежали. Так-так. Видишь, Юб, нельзя утаить истину. Ты не просто хотел спасти свою жизнь, как я подумал вначале. Ты изменник Рейху и фюреру. Надеюсь, ты понимаешь, что велит нам долг. Что вы наделали? Он мог все рассказать. Он хотел вас убить, господин комендант. Прошу, наш родовой замок. Здесь вы будете в полной безопасности. Отдохнете на свежем воздухе пару дней, а потом я вас веду с моими друзьями из французского сопротивления. Je t'aime, Мари. Je t'aime. Пойдем. Пойдем быстрее, у меня для тебя сюрприз. Пойдемте, пойдемте. Отец. Отец! Отец. Сын. Отец. Сын, я честь увидеть тебя в живых. Боже мой. Все эти страшные дни я думал о тебе. Благодарю вас, что вы сохранили жизнь моему сыну. Будем знакомы. Ренье Федор Михайлович, полковник в отставке. Волохов. Пойдемте в замок.
Господа, пойдемте домой. Пойдемте в дом, господа. Пойдемте в дом. Пойдемте в дом. Годы, годы, и слуху не думай о тебе. Прошу. Ты неплохо говоришь по-нашему. У меня русские корни. Что это со мной? Он похож на варвара. Весь в ссадинах и шрамах. Его били в лагере. У тебя такие холодные руки. Мой Бог. Я не могу поверить, что ты вернулся. Это... В общем, я банку какую-то разбил. Воняет страшно. Это мои духи от мадам Шанель. Шанель. Признайся, он тебе понравился. Он спас тебе жизнь. Этого вполне достаточно, чтобы простить ему даже мои самые любимые духи. Куда они могли деться? Тут на сотни метров все просматривается. Спрятаться негде. Ты прав. Один из них хорошо знает эти горы. Добраться сюда было непросто. Их кто-то подобрал на шоссе. За мной. Вижу, чтобы принц так слушался незнакомого человека. По-моему, вы ему нравитесь. А тебе? Что это было? Не знаю. Твой варвар набросился на меня. Понятия не имею, почему. Не делай такое невинное лицо. Лучше скажи правду. Ну, хорошо. Я решила тебя немножко позлить. Ах, вот как? С тех пор, как ты здесь, ты ни разу меня не поцеловал. Это твоя холодность, твоя равнодушие? Скажи, у тебя кто-то был в России? Давай оставим этот разговор, прошу. Курск взяли. Да? Даже Курск взяли. А я тут.
вроде богато живете. А чё ж вы лягушек едите? Обязательно попробуй. Это очень вкусно. Если хотите, у нас есть прекрасный андалузский окорок. Я не могу понять, сын, как ты оказался среди советских военнопленных? Ты вступил в Красную армию? Это долгая история, отец. Но это правда. Волохов командовал полком, а я был его заместителем. Я не могу в это поверить. Это было необходимо, отец. Допустим. Однако, попав в немецкий плен, ты должен был сообщить, что ты француз. Написать нам, в конце концов, в Красный Крест. Да, но я бы предал своих товарищей, отец. Товарищи? Ты сын белого офицера. Какое имеет значение, отец, белое или красное, когда нашей родине угрожает опасность? Родине? Родине большевиков? Ты должен помнить, сын, по чьей воле мы оказались здесь. России больше нет! Ты столько раз твердил мне, отец, что ненавидишь людей, которые кричат на каждом углу, что России больше нет. Что осталось одно лишь только слово. Воспоминание молодости. Но она есть. Россия. Сейчас там все по-другому. Если бы была такая возможность, я хотел бы вернуться. Вздор! Я прошу тебя! Выбрось это из головы. Да. Россия есть. Та Россия, которую ты презираешь. И та Россия, в которой я нашел и настоящую дружбу, и настоящую любовь. Прости меня, Мари. Мне нужно было с самого начала тебе все рассказать. Хотите, я покажу вам замок? Говорят, последний владелец замка был отъявленный мерзавец. Он похитил дочь графа соседа и сказал, что если тот не выдаст свою дочь за него замуж, он взорвет этот замок. Пришлось графу пойти ему навстречу. А эта девушка оказалась моей прабабушкой. Я думала, что это все неправда. Но несколько лет назад мы обнаружили здесь пороховой погреб. Да. И неправда оказалась правдой. Порох? А где сейчас этот порох? Я ему про любовь, а он мне про порох. Почему он так со мной поступил? Почему? Да не было у них ничего. Не было. Так, одна ночка пополам со смертью. И любовь, и жалость. Жалость? Жалость. Это так по-русски. Я совсем не умею жалеть. А ты попробуй. Здесь.
О чем ты думаешь? Я все про порох. Мост один, дорога одна, кругом вода. В таком замке любую осаду можно выдержать. Но и выбраться отсюда непросто. Вах, вах. Мне надо уехать поговорить кое с кем, прежде чем переправить вас в отряд. Поговорить? С кем это не опасно? Не думаю. Главный злодей этих мест влюблен в меня. Все, что мне по-настоящему грозит, глупое признание в любви. Хватит! Хватит себя вести, как будто я норовистая кобылка. Мне кажется, она в тебя влюблена. С чего ты взял? Я очень хорошо знаю этот взгляд. Нет, я не ревную. После того, что со мной случилось в России, она свободна от всех обязательств. Но... Давай договаривай. Понимаешь? Она такая девушка. Какая? Не про мою честь? Аристократка. Может влюбиться в конюха, переспать с ним, на следующий день забыть. Так что ты учти, пожалуйста. Я тебя тогда не пристрелил.